О какой победе можно говорить, если вы просто не признаете ту реальность, в которую вы попали? Почему западные союзники приостановили нам помощь? Это не поведение человека, который хочет победить в войне. Это поведение инфантильного парня, заложником которого является целая страна. Друзья, здравствуйте, меня зовут Анастасия Гусарева, это Политека. Как обычно, мы с вами здесь встречаемся, дабы искать ответы на вопросы, анализировать все происходящее в нашей стране, за ее пределами и понимать, как этот весь калейдоскоп событий влияет на нашу с вами жизнь сегодня и как он повлияет на наше с вами будущее завтра, ну и очень-очень далекое, я надеюсь, светлое будущее. Сегодня у нас в гостях Сергей Гайдай, политтехнолог. Здравствуйте. Анастасия, приветствую. Такое множество событий происходит, такое пестрое, я бы сказала, покрывало вот уже сплетено. У нас то увольняют военных, то назначают, то оказывается это в кит, то оказывается не в кит. Что я имею в виду? Во-первых, это та ситуация, которая произошла с якобы увольнением Залужного, когда депутат Арьев сделал этот в кит у себя, написал, что его надежные источники говорят о том, что, значит, Залужного будут снимать. Сделал он это в аккурат после того, как в The Economist вышла статья Залужного, и пошли разговоры о расколе между военным и политическим руководством. И вот сегодня мы обсуждаем историю, которую уже опровергли в Минобороны, но тем не менее она была вкинута достаточно серьезным изданием «Украинская правда», которые написали о том, что по информации с их источников Наева, Тарнавского будут также снимать. Более того, Наева хотят сделать виновным в том, что происходило в Херсоне. Это просто вкиды, и как они тогда попадают? Или это действительно раскол, и такие вот сигналы подаются одним вторым? Ну, во-первых, я не чувствую себя экспертом, который вправе об этом говорить в каком-то таком абсолютно точном залоге. Но, безусловно, кое-что я понимаю, кое-что я знаю, и кое-что является просто очевидными фактами, о которых нельзя не говорить. Сразу хочу предупредить, такой дисклеймер, да, называется, что я не считаю, что разговоры о проблемах внутри военно-политического руководства — это обязательно разговоры, направленные на раскол общества. Почему? Потому что факты все равно есть факты. В нашем обществе происходят определенные события. Мы их должны обсуждать, мы должны искать пути выхода из этих событий, и мы должны понимать, что происходит, потому что позиция любого ответственного гражданина — понимать происходящее и, скажем так, по мере силы возможности принимать участие. Потому что гражданин — это не просто житель, это человек, который желает и хочет и имеет влияние на власть и на политику, которая происходит внутри страны. Теперь, что касается, скажем так, почему общество заподозрило то, что между офисом президента и генштабом существуют какие-то определенные трения, разногласия и прочее. Ну, во-первых, общество прочитало две статьи, которые для общества явились таким определенным, для кого-то холодным душем, для кого-то определенным переломом ситуации, для кого-то, скажем так, окончательным выводом о том, что его подозрения и гипотезы оказались верными. И эти статьи на самом деле показали принципиально разное отношение к этому генштаба и нашего президента. В первом случае, безусловно, это не прямая речь президента, это впечатление Саймона Шустера, если не ошибаюсь, в журнале «Тайм», в котором он написал, в каком нынче ментальном состоянии находится наш президент, что он как ребенок, который искренне верит в нашу победу, который сильно разочарован тем, что наши западные союзники не предоставили ему всю необходимую помощь, что страна не принята в НАТО, он на все это рассчитывал, и который искренне верит в то, что мы можем и должны победить врага. При том, что окружение его совсем так не считает. Более того, в отличие от него, окружение прокомментировало американскому корреспонденту о том, что у нас расцветает коррупция. Да. О том, что даже советники президента боятся ему говорить, но хорошо понимают, что никаких ресурсов и возможностей одержать
или, по крайней мере, развивать победное контрнаступление на фронте украинской армии нету. Грубо говоря, они признают то, что наш государственный аппарат оказался крайне неэффективным. А я бы еще сказал, крайне вредным в этой ситуации. И это одна статья. А вторая статья – это статья Залужного, которую он пишет сам. Честно говоря, если залезть в шкуру военного эксперта, я могу критиковать эту статью очень сильно. Но она отличается от статьи Зеленского там, что мы видим, что Залужный, очевидно, более реально представляет, что происходит. Да. Он по-честному говорит о том, что с такими ресурсами и в таком состоянии мы наступать не можем. Иначе будем терять самый ценный ресурс бойцов на фронте. Людей, да. Нам не хватает явно вооружений. У нас отсутствует нормальное материальное и техническое снабжение армии. У нас отсутствует такое вооружение, которое бы давало явное преимущество над врагом. Возможно, тут интересно, чего я не увидел в этой статье, чтобы она окончательно стала таким водоразделом. Да? И показала, что невзирая на неадекватную позицию Офиса Президента, в Генштабе у нас все в порядке. Не хватило трех вещей в этой статье, как мне кажется. Первая, наверное, важная вещь. Он не сообщил то, что в основе всех проблем и многие проблемы, которые он там обозначил, можно решить, изменив, в принципе, государственное управление в стране. Что нехватка этих вооружений и отсутствие, скажем так, преимуществ, которые позволяли бы нам наступать, прежде всего лежат в крайне неэффективной работе государства, государственного аппарата. Не построены оборонные заводы. Экономика не переведена на, скажем так, военные рельсы. Я запомнил, например, там, не будучи экономистом, такие цифры. Если я правильно помню, то один день госзакупок через Прозоры – это 2 миллиарда долларов. Чтобы вы понимали, это стоимость запуска одного патронного завода. Вот просто в один день не закупайте ничего для госбюджета, и вы уже можете начинать на саккумулированные деньги строить патронный завод. Я уже не говорю о том, что не выпускается достаточное количество ракет, например, для такого комплекса, как «Стугна». Причина у производителей простая – засилье бюрократии. Соответственно, что такое перевод экономики на военные рельсы? Полное уничтожение бюрократии. Тотальное сокращение штатов и целых министерств, которые во время войны нам не нужны. Тем не менее, мы что видим сегодня в бюджете принятом? Радикальное увеличение содержания чиновников и государственных учреждений. Увеличение налогов мы видим. Очень прекрасно. Это как во время войны? Нет партнерства частного бизнеса в военной сфере и государства. Нет нормальной системы госзаказов. Опять же, бюрократия и чиновничий беспредел и рэкет. Все это мог написать Залужный, потому что впрямую те проблемы, которые он там обозначил, зависят от этого. Второе, чего он не написал, это тот принцип, который звучит примерно так. Воюют не танки, воюют танкисты. Воюют не самолеты, воюют летчики, воюют не пушки, а воюют артиллеристы. Кадровые проблемы в армии являются первоочередными, а не вооружение. Нету до сих пор доктрины военной, которая является законом для всех командиров, что высшей ценностью определения твоей эффективности является сбережение жизни солдат. Угу. Огромное количество постсоветских командиров, которые присутствуют в нашей армии, и занимаются коррупцией. И это, извините, давно общеизвестный факт. Это не Сергей Гайдай придумал, чтобы покритиковать армию. Это, извините, протесты жен военнослужащих, которые сообщают, сколько необходимо дать на лапу тому или иному командиру, чтобы мужа не посылали на передовую, оставили на третьей линии или отпустили в отпуск. Поэтому там нужны в армии решительные кадровые чистки. И в принципе, если я правильно помню эфир одного из действующих офицеров, который сказал примерно следующим образом, что 25% боечастей являются те части, на базе которых можно строить современную армию. В основном это вновь созданные части на базе добровольцев, имеющих идеологическую основу. Третья штурмовая, да, Азов. Азов и прочие другие. Вот берите за пример их, и остальные подразделения стройте точно так же. Например, я знаю по третьей штурмовой, общаясь с друзьями, которые там служат, что там, например, не могут прислать из
генштаба командира, который может творить что угодно. Он проходит испытательный срок у бойцов. Если бойцы сначала ему помогают, сержанты опытные, молодому командиру после там училища, да, стать достойным членом команды, и если он не приживается, его тихонько просят подразделение покинуть. Кстати, это принцип израильской армии. Чтобы вы понимали, там есть военная демократия внутри. Угу. И так рождается высокое доверие к командирам, которые превращаются в настоящих лидеров и прежде всего берегут жизни своих бойцов. Армии требуется очень серьезная, не просто какая-то профессиональная подготовка, а кадровая чистка. Потерял бойцов, никаких медалей и наград, понижение в звании, отправка на передовую. Я, в принципе, против того, чтобы мобилизация и призыв в армию были наказанием. Как сейчас есть. Да, такие бойцы, оказавшись на передовой, на самом деле являются балластом и проблемой для армии. Но вот если ты офицер, который служишь в армии 20 лет, который заработал в армии, особенно в последние годы, на свое благополучие, но распоряжается бойцами, допустили гибель бойцов, тебя действительно можно как в наказание понизить звание, и чтобы ты был на передовой, ты бы отдавал присягу. Ну и действительно, все-таки хоть какая-то военная подготовка у такого человека есть. А Залужный об этом не написал, а ведь это зависит исключительно от него. Я уже не говорю, что в первой части, когда он говорит, что государство должно работать по-другому, можно предложить радикальные меры. За почти два года Министерство обороны так и не справилось с адекватным снабжением армии. Ликвидируем Министерство обороны. Все эти люди на это не способны. Зато прославились коррупционными скандалами. Вполне рядом с Залужным можно под его предводительством создать службу тыла, которая взяла бы на себя эти функции. Закупки, снабжение, да? Более того, туда можно привлечь волонтеров, которые лучше других знают, как это делается, как правильно чувствовать запрос на передовой, что необходимо, что не только пиариться на том, что нам скоро дадут F-16, а просто производить и обеспечивать бойцов самым важным на передовой. Это минометы и мины, которые являются решающими в отражении атак врага и в эффективной обороне, например, или обеспечении наступления. Это второе, чего мне не хватило. Кадровая ротация, подготовка и даже рекрутинг. Отдать не военкомам, которые наживаются на этом, а то, как это делают те самые военные части. У них свои собственные системы рекрутинга. Вот вы, да. Настя, ездите по Киеву, видите, как третья штурмовая. Да, третья штурмовая, я вижу это в соцсетях. Более того, и везде. Боевые части должны конкурировать за рекрутов, обещая, что вот у нас в части тебя будут подготавливать, будут беречь, нормальное снабжение и так далее, и так далее, и так далее. И это родит совсем другой подход, чем просто отлов людей по улицам и превращение в таких рабов государства, которые попадают к командирам, которые посылают их на убой как расходный материал. Да, это все правильно, но согласитесь, было бы странно, если бы Залужный в международном издании начал критиковать президента. Вот сейчас до этого дойдем. Вот сейчас дойдем. Смотрите, это не критика президента. Третья вещь, которой мне не хватило, это касается непосредственно Залужного. Это нам срочно нужен институт повышения военного искусства для высших командиров. Mm-hmm. И есть только один способ, какой проходили все подобные на войне. Вот Вторая мировая война. На момент, когда вермахт вторгся в Советский Союз, он встретился с армией, которая численная по технике превосходила вермахт в разы. Тем не менее, за пару месяцев и солдаты Красной Армии оказались немотивированные, попали в плен и отступали. И военачальники проигрывали в военном искусстве военачальникам вермахта. Почему? Ну, потому что вермахт до этого отвоевал во Франции, победил Британию на материке, завоевал Польшу в боях, имел боевой опыт. Уже не говоря, что практически все командиры, так или иначе, высшие командиры вермахта проходили получали свой первый боевой опыт на полях Первой мировой. У красных командиров рабочей крестьянской армии такого опыта не было, особенно после чисток 1937 года, когда люди с боевым опытом хотя бы гражданской войны были уничтожены. Да. Но примерно к концу 1942 года, 1943 года немцы стали понимать, что с той стороны уже появились командиры, которые способны были планировать операции типа Курской дуги, Сталинграда, не хуже, чем они. И дальше эта инициатива не уходила. Но для того, чтобы ты не просто получал боевой опыт,
но повышал свое военное мастерство, нужен институт так называемой рефлексии. Провели операцию. Начинаете через экспертов анализировать, что удалось, что не удалось, что надо изменить в будущем. И такого института в армии, скорее всего, нету. Причем это не мое предложение. Это предложение многих офицеров, которые в этом разбираются, чтобы рядом с Генштабом был такой орган создан, и мы спокойно можем здесь пользоваться помощью наших западных партнеров, у которых есть такие эксперты. Угу. Есть военные с боевым опытом и подобных широкомасштабных операций. Это прежде всего американские военные, это военные из Израиля. И такой орган можно было бы создать. Вот этих трех вещей. Теперь, что касается критики президента. Вопрос ведь не в критике президента. Вопрос в том, что Залужный принципиально по-другому, чем Зеленский, нам попытался рассказать правду о проблемах. Да. Не рассказав о проблемах, вы не сможете двигаться дальше. О какой победе можно говорить, если вы просто не признаете ту реальность, в которую вы попали? Вы не делаете работу над ошибками, вы не делаете разбор полетов. И там не надо было критиковать президента, надо было сделать свои предложения. Необходимо вот это, необходимо вот это, необходимо вот это. Западное издание, ну, понимаете, тут же есть проблема. Сегодня у нас со СМИ есть большая проблема. Не каждая СМИ готова порою открыто что-то обсуждать. Потому что сразу обвиняют, что вы агент врага, что вы работаете на раскол. Ну и потом, кто мешал Залужному подобную записку положить самому на стол президента, может, она там есть, не открывая до публичности. А если это уже попадает в западную прессу, то я понимаю, хоть Залужного это нельзя игнорировать. Но я хочу настоять, почему возникло, вернуться к вопросу, почему возник расколе. Угу. Потому что это две принципиально разные позиции. И хотя мне у Залужного не хватило многих пунктов, которые мне казались бы важными, но, по крайней мере, Залужный, в отличие от президента, не находится в иллюзии. Он честно рассказывает о проблемах, он готов говорить обществу правду, пусть свою правду, а это значит, он более адекватен. А раз президент этих проблем не видит и нам про них не рассказывает, а самое главное, не предпринимает действий, то вот этот разрыв и обозначился. Один человек свои ошибки видит и берет за них ответственность, потому что то, что написано у Залужного, в том числе это вопросы к нему. Почему? Конечно. Нету. Конечно. Но он готов об этом говорить, а значит, де-факто признавать... Да, он, кстати, признает там свои ошибки. Признавать ошибки, а президент этого не делает. Соответственно, общество на это смотрит, читает эти статьи и начинает это обсуждать. И как бы кто там ни говорил, не надо вносить раскол, он очевиден. Потом речь об отставках. Да. Ну, на самом деле, я совсем не против отставок. Например, я же вам сказал, что если генералы допустили ошибки, то ротация в армии... Это нормальный способ создать в армии так называемую позитивную кадровую ротацию, mm-hmm. когда лучшие поднимаются, а люди, допустившие ошибки, условно говоря, от работы отстраняются. Но есть нюанс. Как это должно быть сделано? Если молча, без уведомления главного ответственного за военные действия Залужного отставляют генерала, как это сделали с Хоренко, то это больше напоминает не ротацию в армии, а политические разборки. Когда вот так вот в наказание или в оправдание того, что у нас нет побед, назначают кого-то виновным, не объясняя, без разборов почему, когда сам увольняемый узнает это через СМИ. Да. А с ним не садятся и не говорят, вы знаете, в связи с допущенными ошибками, просчетами, в связи с тем, что есть люди, которые могут эти функции выполнять лучше, чем вы идете в отставку. Причем, если человек не совершил преступлений, он может быть просто перемещен на другую должность, где он будет более адекватен. Поэтому, безусловно, этот факт есть. Говорят и о следующих отставках. Причем, я сразу говорю, вот в тех трех фамилиях на увольнение, да. Напомните. Наев, Тарнавский и медицинская служба. Сейчас я напомню вот точно, смотрите. Чтобы... Если я четко понимаю, что, если не ошибаюсь... Татьяна Остащенко. Да, Татьяна Остащенко. Значит, вот смотрите. Командувач медичних сил ЗСУ. Это три принципиально разные отставки. Да. Тема кого-то надо оказать за провал того, что Чингар и Крымский перешеек оказался незащищенный, и российские войска довольно беспрепятственно заняли юг Украины, она очень спорная. Я тоже читал военных, которые разбирали это и делали аналитику. А тут ситуация простая. Вас атакует очень оснащенная армия, максимум по 200 тысяч человек.
максимум. Там есть 170 оценки, 160. Точные цифры я ни разу не видел. Но вот по 200 тысяч. Угу. А у вас боеспособных подразделений на 40 тысяч находится. Из них еще и половина без бронежилетов. Я это хорошо помню. И военно-политическое руководство, невзирая на то, что полгода им сообщали о подготавливаемом настроении, не предприняло ни единого действия для того, чтобы обеспечить бы тайную мобилизацию, создание укрепрайонов, снабжение армии необходимыми боекомплектами, перемещением важной техники на резервный аэродром. Это сделал сам Залужный за пару дней до, причем не согласуя свои действия с Банковой. Вот это у меня инсайдерские данные об этом есть, как это происходило. И вам надо выбирать, вам юг защищать или столицу. Потому что у вас не хватит, знаете, как вот... Людей, да. Не хватит людей. Более того, удар ожидают, и укрепленные позиции находятся на востоке, откуда до сих пор из-под Авдеевки не ушли. Потому что у вас там укрепленная позиция. И там основные силы врага. А меньшие силы врага находятся по белорусской границе и в Крыму. Вы в этой ситуации просто должны выбирать, чем вам придется пожертвовать, а что защитить. И будем честными, на тот момент, учитывая силы и ресурсы, военное руководство сделало все необходимое. Сделало самое главное, защитило Киев. Потому что если бы вы не пустили войска в Херсон, но в Киев бы они прорвались, толку бы от защиты Херсона было бы. Поэтому здесь спорный момент, он требует серьезного публичного разбирательства. И только после этого... А так это выглядит как политическая конкуренция. А все заключается в том, что версия, которая сегодня рассматривается, что Банковой не нравится то, что Залужный его окружение сегодня, имея более высокий рейтинг доверия, могут себе позволить какую-то отдельную политическую игру, хотя никаких данных про то, что военные собираются это делать, на данный момент точно нету. Вот. Другая ситуация с руководительницей военно-медицинской службы. Я много общаюсь с ребятами, которые работают в полевых условиях медиками. Они давно говорят о неадекватности этого человека, о том, что это срочно надо менять, и что, к сожалению, нахождение этого человека во главе такой службы стоило очень многим нашим раненым бойцам просто жизни. В связи с тем, что человек свои функции не выполняет, зато играет в интриги и делает все, чтобы добровольческие медицинские подразделения в принципе были устранены из общей системы спасения бойцов. Тут другое. Поэтому это все очень... Это огромный пазл. Одно на другое. Это да. Огромный пазл со многими составляющими. Но что я понимаю, что подвести вот итог общей картинки, то, что надо четко осознать, что мы пережили одну фазу войны и вошли в другую фазу войны. Фаза войны, которую я бы вообще мог засчитать как победу Украины. Вот мы находимся сейчас как Финляндия в 1939 году. Сценарий Финляндии не нравится в итоге. Советский Союз. Нет, ну я вам скажу, это не худший. Советский Союз решил, что больше Финляндии не будет. Это будет Карело-Финская республика Советского Союза. Сконцентрировал огромные войска, и они должны были через пару дней быть в Хельсинки. Сценарий вам что-то напоминает. Да, да. Финны оказались способными к сопротивлению, построили линию Маннергейма. И, в принципе, скажем так, уничтожили армию как бы захватчиков на оборонительных рубежах. Да, финнам это стоило больших потерь. Финский народ маленький, в отличие от Советского Союза, где бабы нарожают и могли мобилизовать миллионы людей. Но финны отстояли свою независимость. По факту Финляндия существует до сих пор. Стоило это и, по-моему, 10% территории, которые пришлось отдать Советскому Союзу, заключив перемирие. И, в общем-то, еще Финляндии повезло с ситуацией. Если бы не начало Второй мировой войны, Сталин, наверное, Финляндию все-таки добил бы. На самом деле. У нас такая фаза завершилась. Почему? Потому что первая часть – это война людей. К нам вторглись кадровые военные российской армии, не готовые воевать, не имеющие боевого опыта, хорошо оснащенные с огромным количеством техники. Но помните, я сказал, что воюют не танки, а танкисты. Да. С людьми, не готовыми воевать, ожидавшими, что мирные жители будут встречать их по-мирному, а военные будут сдаваться. И тут они встретили других людей. Сопротивление. Да. Людей, которые собирались воевать, имели боевой опыт,
400 тысяч людей прошло через АТО. Моментально мобилизованные, хуже вооруженные, но лучше мотивированные. И мы за первый год практически, ну, грубо говоря, это лучшие представители гражданского сообщества Украины. А с той стороны зашли не гражданское общество. Пошли военнообязанные. Да. И они были уничтожены за первый год. Им пришлось откатиться от Киева, бежать из Харьковской области, бежать из Херсона. И это де-факто такая финская победа. Да, им удалось закрепиться и захватить 20% нашей территории, но Украина существует, независимо существует. Более того, она стала в геополитике субъектным, то есть отдельным игроком, который знает весь мир, да. И в отношении которого там все определяются. Более того, мы родили благодаря этому поначалу нас похоронившему мировому сообществу коалицию нашей поддержки. Реально демилитаризация, которую планировал Путин, превратилась в милитаризацию Украины. Снабжение нас необходимым вооружением, ну, достаточно современным и так далее. И этот год можно засчитать как нашу победу. Но только был один фактор, очень важный в этой войне. В ту войну не включилось российское государство в полной мере. Она думала, что это вот операция, которую проведет армия. И с нашей стороны государство в ту войну не включилось. Я хорошо помню одно из больших интервью по итогам первого этапа войны Зеленского с Мосийчук. Угу. И он там честно признался, что он практически не видел работу госорганов. Были какие-то люди на местах. Наверное, он говорил о каком-нибудь губернаторе Николаевской области Киме. И вот мой кабинет. Но не было бюрократии, была высокая самоорганизация. Угу. Волонтеры повезли через границу все, что могли везти. Да, заработало гражданское общество. А мы вошли в другую фазу войны. Россия, столкнувшись с тем, что уничтожена ее кадровая армия, мобилизовала армию новую. Это повторение ровно того, что было в 1942 году, угу. Когда Советскому Союзу пришлось вместо разбитой, попавшей в плен многомиллионной Красной армии, мобилизовать новых людей, заново их готовить. И создавать для них новую мотивацию. Не пойдешь на фронт, погибнешь. Либо в загранотряде, либо в плену у немцев. Или под ихними пулями. Ровно такая же мотивация сейчас у российских солдат. Там есть загранотряды, там их расстреливают. Да, там да. Их зачисляют так называемые пятисотые. Или надо идти, становиться героем и получать свои никогда ранее не виденные деньги. 100 тысяч в месяц для человека, который жил на 10 тысяч где-нибудь в захолустье, в лучшем случае. Если вообще была зарплата, и при этом он почитаемый герой. Поэтому там появилась мотивация, они закрепились, они наладили ВПК, а наш госаппарат оказался крайне неэффективным. Воруют, не снабжают армию. Как написал Саймон Шустер, воруют как в последний день, как сказал один источник. Да, ему так сказали. Более того, для них война закончилась, они гуляют свадьбы на миллионы долларов, стартами до неба. Они покупают дорогие иномарки, они прозябают в ресторанах в Киеве, они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Да. Население в стране сократилось в разы, да. А госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты. И если вы имеете такое неэффективное государство с маленькими ресурсами, особенно которым западные союзники из-за этого начинают перекрывать кислород, что они не готовы давать деньги своих налогоплательщиков в столь неэффективное управление. А с той стороны, у вас такое же неэффективное государство, но с огромными ресурсами, то шансов на победу остается все меньше и меньше. И сегодня наше гражданское общество, которое ведет войну на два фронта, с коррупцией внутри, с оккупационным чиновничьим классом и с врагом внешне, должно стало перед очень серьезными дилеммами. Что делать? Как жить дальше? Потому что сдаваться никто не хочет. Ну, потому что в чем смысл, скажем так, оказаться под оккупацией не своих чиновников, а путинских, которые еще более агрессивные и которые вообще не видят и не дают тебе никаких прав на существование. Поэтому мы сейчас в таком, знаете, в тотальной потере иллюзий, которые у нас возникли по первому году войны, когда было ощущение победы. Да. И то, что она будет дальше продолжаться, и что вот Россия вот-вот развалится, не развалится. Но смотрите, нам же эту иллюзию победы создали, да? Вот у нас есть марафон, который до сих пор есть, о котором все говорят, что пора его заканчивать, как бы. И у нас были ряд уповноваженных от власти спикеров, которые эту иллюзию создали.
Вот смотрите, во-первых, я как специалист в этой области хочу вам сказать, что не надо слову «пропаганда» приписывать негативные контексты. Я только что разговаривал с своим другом, которому я говорил, что может быть пропаганда европейских ценностей. Конечно, может. Может быть пропаганда либеральных ценностей, может быть пропаганда здорового образа жизни, может быть, в принципе, пропаганда другого образа жизни, о которой он говорил, который необходим, потому что он делает там дома, скажем, принципиально нового... По новой технологии. Новой технологии. Ну, представьте себе, что вы можете себе частный дом купить, его изготовят на фабрике, высококачественный дом, за 2 недели и установят за 1 день. Вы не занимаетесь строительством. Вы как машину покупаете. Более того, если вы переехали в другой регион, этот дом также увозят за вами. При этом это абсолютно качественный дом. Это не строительный вагончик, как все представляют, там, знаете, дом для переселенцев. Это высококачественный дорогой дом. Но чтобы появились потребители, нужна пропаганда другого образа жизни, мобильного. Я называю такой образ жизни LIM. Знаете почему? Почему? Life in motion. То есть жизнь в движении. Когда у человека жизнь в движении. Я, в принципе, думаю, что в будущем так жизнь изменится. И когда мы можем построить страну конкурирующих между собой громад, люди будут выбирать, в какую громаду поехать жить, где лучше налоговая политика, где выше безопасность и экологичнее и комфортнее жить. Такая Швейцария с кантонами. Нет. Безусловно, Швейцария может быть моделью местного самоуправления, и в создании настоящего местного самоуправления является, я считаю, одной из спасений этой страны, которого нет у нас. Но речь идет о перемещающемся населении, когда кантоны, а там это еще каунти. Кантон — это как область, а каунти — это как отдельная громада. А у нас это область. Ну, я вообще от областей отказался. Были бы там 500-600 тысяч громад в стране. И житель может легко выбрать, куда переехать. И переезд у него будет занимать, условно говоря, несколько дней вместе с домом. А у, соответственно, громад будут места, где эти дома могут с инфраструктурой устанавливаться. Хотя этот дом изначально еще может быть автономным. Но вернемся назад, да, к нашему разговору, от которого мы шли очень давно. Так вот, смотрите, природа пропаганды. В принципе, есть редкие случаи, когда вам могут навязать какую-то мысль. Да. Но это не так работает. Пропаганда ищет тех людей, которые готовы к пропаганде. Когда вы этого хотите, она вам говорит неправду, а то, что вы ожидаете. Давайте разберемся. Пропаганда близкой победы украинской была не то, что нам ее навязали. Она была подкреплена 2 очень важными вещами. Во-первых, фактами. Мы действительно в первый год побеждали Россию. На наших глазах они убежали из-под Киева. Да. Было победоносное и уникальное наступление в Харьковской области, когда украинские войска сумели прорвать фронт, и русские бежали. И было довольно профессиональное освобождение Херсона. Создали условия, при котором дальше россияне не смогли удерживать этот плацдарм. И видя это факты, вы ожидаете дальше. Раз россияне так слабы, а наши ребята умеют так хорошо воевать, то, конечно, мы постепенно так и Крым отвоюем. Это ожидание было заложено не пропагандой, а фактическим рядом. Ну и плюс, ведь правда, мы этого хотели. Конечно, безусловно. Нам это казалось, что это нам нужно. И поэтому пропаганде особо не пришлось трудиться. Дальше, поймав эту тенденцию и имея, самое главное, смотрите, информационный эксклюзив, потому что в телевидении, кроме марафона, больше никто не поставляет вам новости. Да. И аналитику, только развлечения там. Ну, я недавно залез просто в эфире, оказалось, что там все каналы есть. Ну, просто это телемагазины, развлечения, да, фильмы. А вот за новостную политику, когда вам доставляют нужную информацию для собственного анализа, отвечает только «Единый марафон» и все каналы, которые его формируют. И это под контролем власти. Да. В первые месяцы войны я еще это мог понять, потому что нам нужен был единый канал, на котором мы получали достоверную информацию. Но когда ситуация стабилизировалась, у нас снова должна была включиться аналитика под названием «Мы должны были адекватно оценивать ситуацию». А у нас остался марафон. И эти факты, мы были готовы к этому. А вот сейчас
кое-что поменялось. Люди начинают отрезвляться, люди начинают поменять, и вы никакой пропаганды, факты не поборете. Если на фронте нет войны, то максимум, что может позволить себе пропаганда, это как-то удобно для власти это объяснить, обвинив кого-то. Западных союзников, а не собственных коррупционеров. Пятую колонну внутри, а не эффективно работающих чиновников, которые и есть настоящей пятой колонной, а тех, кто критикуют и хотят изменить ситуацию, и есть настоящие патриоты, которых обвиняют в том, что они агенты врага и так далее. Соответственно, ситуация изменилась, и это неплохо. Горькую правду трудно воспринимать, но это первый путь, чтобы решать эти проблемы, которые возникли перед страной. Если мы говорим о союзниках, сейчас Ермак находится в Соединенных Штатах Америки, Андрей Ермак, глава Офиса Президента. Он уже выступил с публичными заявлениями. Одно из них касается того, что 2024 год будет переломным. И то, что мы сейчас подошли к финальной стадии войны, но она самая тяжелая. 2024 год будет переломным. Стоит нам ожидать Дня Победы? Или все-таки, если мы говорим о горькой правде, нам стоит готовиться к тому, что сценарии могут быть разные, в том числе и финляндский сценарий, о котором мы говорим. Настя, ну давайте так, для того, чтобы ожидать Дня Победы, надо четко определить, что такое День Победы. Это выход на границе 91-го года, освобождение наших территорий. То есть мы признаем, это то, что декларирует что вход офис в Москву президента. Вместе с союзниками, оккупация России невозможно. И подписание тотальной капитуляции невозможно. Ну, мы это понимаем. Невозможно. Невозможно. Второе. Нам бы хотелось, второй вариант, чтобы мы вышли на границы 91-го года. Я бы немножко по-другому добавил еще формулировку. Нам не только надо выйти на границы 91-го года, нам надо нанести российской армии такое военное поражение, после которой ей понадобится несколько лет для того, чтобы восстановить какую-то боеспособность, а нам подготовиться и укрепить свои границы. Тогда это тоже очевидная победа. Более того, такая победа может серьезно поменять ситуацию внутри России. Да. Потому что диктаторские режимы тогда крепки, когда они демонстрируют народу свою силу. А если диктаторский режим проиграл войну, тогда есть все основания, чтобы он постепенно разрушился. Знаете, как сказал один эксперт, это не мои слова, ни с таким президентом в Вашингтоне, ни с таким президентом в Киеве такой сценарий невозможен. Почему? Ну, потому что, будем честными, американская картинка, что есть Байден, который хочет нам помогать, есть Трамп, который не хочет, это примитивная картинка, все выглядит совсем не так. Есть Байден, который не очень хочет нам помогать, его обстоятельства непонятны, есть много версий. Но его электорат демократический, а он не может быть независимым от своего электората, конечно, как и его партия, хочет победы демократии в Украине и хочет Украине помогать. Он как бы помогает, но мы же прекрасно знаем, эта помощь недостаточна. Причем не то, что Америка не может помочь. Но вот я приводил примеры. Смотрите, есть немного оружия, которые меняли ход событий в Украине. Там, если, допустим, в первые месяцы войны, когда россияне выглядели как колонны, которые прутся на Киев, важным таким оружием было, вы сейчас уже их забыли, но сейчас вспомните, Байрактар. Я помню, песни пели о Байрактаре. Да, потому что он легко на марше уничтожал, обнаруживал колонны, наводил туда авиацию украинскую и сам уничтожал там, допустим, комплексы Буки, ЗРК, которые не были развернуты еще в боевые порядки, чтобы сбить этот Байрактар. Потом был этап войны, где таким оружием стали Хаймерсы. Да. Я как сейчас помню, сначала их было 18, потом 20, потом их, по-моему, сегодня довели до 30 с чем-то. И то они явились очень мощным оружием, которые позволили то, что мы стали бить по их аэродромам, складам и базам на удалении там, 70 километров от фронта, что очень сильно поменяло ситуацию на фронте. Вот давайте про Хаймерсы. Вот как вы думаете, вот если 20 Хаймерсов такими были решающими, то как бы изменилась ситуация на фронте, если бы Хаймерсов было 100? Нашу сторону, нашу пользу, конечно. Очень очевидно, да? Да. А как вы знаете, вот 20 Хаймерсов было в Украине, а сколько таких было в Румынии?
Почему Румыния? Ну, потому что это 2 дня езды до Одессы. Mm. По трассе, которую построил Миша Саакашвили. Да. Рене-Одесса. Вот сколько Рене, хаммерсов да. находилось в Румынии, которая и не воевала, и воевать не собирается. Подозреваю, что больше или так же. 80. Замечательно. Вот все хаммерсы из Румынии под гарантией союзников нам на фронт через 2 дня. Но вот не сделано было, и это правда. Поэтому я бы не сказал, что Байден был решающим президентом, который бы сказал, значит так, ребята, даем столько оружия украинцам, чтобы российскую армию разбили в этот год раз и навсегда, раз они так эффективно воюют и показали свои способности. Он так не сделал. А почему он так имел все такие... Вот смотрите, ответ почему сейчас точно не для этой передачи. Есть масса версий, но не хочу уходить в конспирологии. Ну, одна из версий это то, что у Байдена договоренности с Путиным. Вторая версия – бояться ядерной кнопки. Столько можно смотрите, бояться. Там у противников Байдена есть много объяснений, вплоть до его деменции. И, в принципе, нелюбови к Украине... И давление на него через коррупционные скандалы, в которые ввязался он на Украине и его сын. Буризма. Но я не знаю. А вопрос, а что, республиканцы были против помощи Украине? Нет. Там были отдельные республиканцы, которые были и имели действительно пророссийскую позицию, но часть и большая часть республиканцев за помощь. Более того, тот спикер Конгресса, если не ошибаюсь, да, который был сейчас избран, республиканец, который обвиняет, что он против Украины, на самом деле не против. Он против помощи безотчетной, и которая не приводит к результату. И они выдвинули 12 пунктов, на которые Зеленский и Байден должны ответить, чтобы помощь была утверждена. И это ответ на второй вопрос. Не при таком президенте в Киеве, а какие претензии? А мы только что с вами обсуждали. Да. Где военно-промышленный комплекс? Почему не отпущена и не запущена экономика? Почему не сокращены в части улучшения управленческой культуры чиновники? Почему не оставлены только нужные? Почему не переведено все в режим «Все для фронта, для победы»? А помните, сколько нам обещали завод смотрите, «Байрактар»? Поэтому это вот ситуация, тотальный разгром российской армии при этом руководстве ни в Вашингтоне, ни в Киеве оказалось невозможно. Но есть еще одна победа, которая вам, Настя, не нравится, финская победа. Да. Но смотрите, но у нас еще ее нету. Для того, чтобы случилась финская победа, нам снова надо вложиться очень серьезно, по крайней мере, в закрепление рубежей. Причем, в отличие от Финляндии, эта победа не... Смотрите, я не за нее. Да, я понимаю, вы просто моделируете я не за нее. Как вариант. Да. Я отнюдь не апологет Арестовича, который что-то похожее нам предлагает. Но я против того, чтобы точно... В отличие от Финляндии, которые подписали договор и признали аннексию территорий, отдали их Советскому Союзу, я так понимаю, в обмен на перемирие даже, а не в гарантии территориальной целостности, хотя ни от России, ни от Советского Союза никаких гарантий не стоит ожидать. Они и так нам гарантировали территориальную целостность, но ее нарушили, да? После того, как мы им передали ядерное оружие. Что была огромная ошибка. Да, поэтому договор с этим режимом, он невозможен. Да. Но закрепиться... и сделать невозможным наступление на нас, и начать готовиться к освобождению территорий, такой вариант победы на этом этапе, он возможен. Но опять же, для этого нужно принципиально другое отношение к руководству армии, принципиально другое отношение к управлению страной, в котором все пункты, которые я назвал, тотальное изменение архитектуры власти и принципов управления, они неизбежны. Если гражданское общество это не поймет, и под своим давлением не начнет менять наш госаппарат, включая и выборы в том числе, но это отдельная тема, по-моему, мы с вами об этом говорили, причем я готов вернуться к выборам, просто настаиваю на одну вещь. Я не за выборы любой ценой. Я рассказывал о возможности выборов и как бы их надо было устроить. И я вам скажу, что я не верю в выборы, если выборы будет проводить эта власть. Потому что выборы нам нужны, если у нас будет независимый орган власти, которому будет поручено провести выборы, который будет независим от сегодняшней банковой. Новые средства, скажем так, выборов цифровые, которые смогут включить всех возможных украинских граждан, где бы они ни находились, на фронте или в эмиграции. И самое главное, изменение законодательства. Конечно. Потому что с этим законодательством выборы действительно проводить бессмысленно. Если выборы проводит власть,
если она проводит их старыми методами, которые предполагают тотальную фальсификацию, и поэтому законодательство, тогда действительно выборы мало что поменяют в этой стране. Но нам, гражданскому обществу, надо об этом думать, потому что в итоге это вопрос нашей жизни и смерти. Либо мы сумеем заставить власть начать действовать, ну, хотя бы более эффективно, чем она сейчас действует, а она не собирается этого, очевидно, делать, даже понимая, что доверие населения падает, рейтинги их падают, тем не менее мы не видим никаких тотальных изменений там наверху. Так а зачем, понимаете? Ну, то есть вот вы говорите, гражданское общество должно заставить власть действовать. А как гражданское общество может заставить? Вот много людей в эмиграции, факт. Возвращаться Настя, они... я вам скажу честно. Не планирую. Я не против людей, которые в эмиграции. Я тоже не против. Но это не гражданское общество. Я не против и... Гражданское общество, как бы там это хорошо или плохо не было, осталось в Украине. Да, но если оно завтра выйдет под офис президента или начнет, то вы понимаете, Настя, какой люди, будет сценарий. Давайте так, люди же выходят уже давно. Люди выходят под местные Пока советы. Пока это не угрожает власти. Да. Но это давление на власть, давление. Независимая журналистика – давление на власть, и блогинг – давление на власть. Солдаты на фронте, которые являются людьми, которые жертвуют своей жизнью, которые могут по-разному высказывать свое мнение. Нет, ни в коем случае не о протестах, а не о бунтах. Угу. Это давление на власть, давление на власть. Поэтому я бы не опускал руки. Я бы не говорил, что все безнадежно. А нам деваться некуда, нам надо эту войну выигрывать. Если говорить о встречах, которые сейчас происходят, можем ли мы составить тогда такую цепочку? Ермак в США, завтра будет проходить встреча Байдена и Си Цзиньпиня. Китай называют практически единственной страной, которая может так или иначе повлиять на Путина в вопросе, который касается нас с вами, то есть войны в Украине. Ну и, естественно, поставок через Северную Корею. Можем ли мы все это соединить воедино? И то, что вы сказали ранее о том, что может быть вот такой вот сценарий, и, естественно, сложности, о которых говорил Залужный. Я вам скажу честно, я не верю ни в один сценарий, пока у власти те люди, которые эти два года оказались невменяемыми, неэффективными, воровитыми. Но какой бы сценарий ни был с этими людьми, ничего хорошего этот сценарий не говорит. Нет, если был такой сценарий, эта власть уходит, приходит, не знаю, фантастически, любая другая, которая говорит нам честную правду. Друзья мои, у нас пока нет ресурсов на освобождение наших территорий. Мы закрепляемся в той ситуации, которая есть. Приходим мы даже примем прекращение огня, но мы используем это время для подготовки освобождения нашей страны, для милитаризации, и будем делать все, чтобы в этой стране появилась свободная экономика. Экономика, скажем так, предпринимательство, живущее в условиях экономических свобод. Мы снимаем все ограничения, которые ввела эта власть, на перемещение. Нет смысла держать людей в заперти в стране. Мы начинаем привлекать сюда западные инвестиции. Мы начинаем строить военную промышленность. Мы в разы сокращаем аппарат. Но кто бы ни принял такую программу. И более того, в момент, когда наша армия, это уже хорватский сценарий, знаете, да? Что Хорватия смирилась как бы на некоторое время с оккупированными территориями на своей территории Сербии, причем не было там армии у них изначально, ничего, в отличие от сербов, подготовилась, провела молниеносную операцию по освобождению своих территорий и восстановила целостность своей страны. И потом четыре генерала судили. Такой сценарий, ну, я таких подробностей не знаю, может, если за освобождение страны надо судить четырех генералов, это не самая большая цена, поверьте мне. Верю. Поэтому, условно говоря, у нас их и без освобождения сейчас могут судить, как это оказалось. Это правда. Вот. И в итоге население, услышав эту правду, но четкий план действий и понимание, что есть реальные изменения, есть реальная работа над ошибками, но почему нет? И это был бы для нас выход. При этом никто бы не подписывал аннексию территории, потому что если крокодилу дать съесть кусок мяса, он все равно будет всю жизнь мечтать съесть вас целиком. Он откусил у вас ногу, он точно вас сожрет полностью, да, если вы не убьете крокодила. Понимаем, что эта власть так не скажет, и она сама не уйдет. Вот они же выходят и говорят, выборы не на часе. Сейчас дайте денег, у нас нет денег. Не даете денег, мы выборы не проводим.
Ну, с деньгами это смешная манипуляция. Деньги на шикарную жизнь, на содержание госаппарата есть, на благоустрие безумный, за безумные деньги есть. А на выборы, которые можно провести весьма в экономном формате, нету. Ну, мы сейчас не будем, мы это Кстати, обсуждали. Кстати, Ермак в последнем интервью, или крайнем, да, Масейчук сказал... Последним. Сказал вот эти вот пункты, которые мы назвали, да, с вами, о том, что должны быть демократичные выборы, должны все иметь возможность проголосовать. Он говорил о том, что те, кто в окопах, должны и деньги тоже. У меня простой вопрос Ермаку. Тоже. Не вам, Настя, Ермаку. А если конфликт затянется лет на 10, вы 10 лет будете у власти? Как вы думаете, что бы он вам ответил на это, если бы вот нас не писали камеры? А он уже ответил, он обещает нам 24-й год переломным, но одно дело обещать, а другое дело жениться. Вот, вот, понимаете? Поэтому ваш сценарий, он понятен, и то, что вы говорите, конечно, это не все мой, бы это... Это не мой сценарий, ну, это, то, о чем это, вы говорите, это возможный да. сценарий. Да. И все бы это приняли. Я вам но более как? Того скажу, я хочу сказать вот мой сценарий, более желаемый. Вдруг у Зеленского происходит полное отрезвление, и он понимает, что делать. Он выгоняет нахрен из власти все свое окружение. Почему? Потому что ни один из них, включая даже министра Федорова, не обеспечил эффективный результат. Вот всех, министра финансов, обращается к гражданскому обществу и говорит, я могу верить только вам. Вы за первый год войны доказали свою, то, что вам можно доверять украинцам. Вы пожертвовали своей жизнью, вы пошли на фронт. Вы не сбежали, те, кто остался в этой стране, не сбежали. Скажите, пожалуйста, как нам, по вашему мнению, что надо сделать в стране, чтобы нам обеспечить перемогу. Точно бы сказали, сократите весь вот этот вот ваш безумный штат. Он бы сказал, сколько человек должно остаться в управлении страной. Кто должен быть министром финансов? Должен быть министром финансов. Кто должен возглавлять Нацбанк? Кто должен заняться экономикой? Кто должен быть премьером? Даже разгоните сейчас Верховную Раду, переведите в президентское правление до победы. Угу. Потом демократия, сейчас до победы. Диктатор, без проблем. Я за. Я вот за такой сценарий. Я диктатор, говорит он. Но мне нужно комитет национального спасения от гражданского общества. Не тех, кто будет мне лоялен и тапочки подносить, и говорить, как вы гениальны, и мы верим в вашу победу, да? Да. А критиковать меня и говорить, где я налажал, и как это исправить. Вот если бы Зеленский так сказал, то даже я бы ему предложил многие должности людей, которые... Что мы должны делать в армии? Что сделать Залужному? Вы доверяете Залужному? Чему ему не хватает... Чему же Залужному не хватает для победы? Какие действия он должен произвести в армии? Какого вооружения нам не хватает? И что мы можем делать сами, не прося это у? Я уже не говорю про ленд-лиз. Знаете, да, историю с ленд-лизом? Его же так и не произошло. А знаете почему? Почему? Потому что вся помощь, которую они выделяли, маленькая, она была бесплатная. За нее не надо было рассчитываться и отчитываться. А ленд-лиз... Это тоже очень льготная помощь, за нее не надо сразу платить, но потом придется отчитываться. Знаете, да, ситуацию ленд-лиза, какие условия? Все, что погибло на фронте, вам списывают. Да. Поэтому Советский Союз очень многие прибывшие технические средства во время войны ленд-лиза прятал, чтобы за них Молодцы. Не отчитываться. А иногда разбирал на детали и говорил, ну, так погибло. Ничего не можем сделать. Да. Так случилось. А остальное – это как долгий кредит, лизинг. Да, да. Ленд-лиз от слова лизинг. Вы потом по остаточной стоимости выплачиваете. Так вот, со всем этой ответственности не захотели. Хотя ленд-лиз нам давал бы куда больше вооружений, а потом как-нибудь бы рассчитались, потому что победа была важнее. Нет, не захотели. Очень хорошо об этом сказал Истович на эфире у Романенко. На шару дают, на шару берем, нахрен нам ленд-лиз. Он нам нужен был, а он уже закрылся. Это окошко открылось и закрылось. Дадут ли нам снова? Так вот, если Зеленский бы снова просил ленд-лиза, сказал, теперь мы готовы брать вооружение, чтобы себя спасти, и будем потом отчитываться, будем выстраивать экономику и отплачивать взятое в кредит у вас вооружение со временем. Главное сейчас победить. Вот если бы Зеленский вдруг отрезвел, то, поверьте мне, тогда действительно 24-й год был бы год наших побед. Мы переломный побед и выход на границы и 91 года, и блокирование Крыма с разрушением Крымского моста и созданием ситуации, как под Херсоном. Тогда бы я сказал, да, выборы не нужны,
наше руководство действует эффективно, трезво и понимает, что делать. Я за такой сценарий. Но мы же с вами о чем говорим? О том, что пока, почти за два года, а я бы сказал, с 2020 года они не продемонстрировали подобного здравомыслия и эффективности. Они работают на аплодисменты, они считают, что их должны любить. Знаете, какой пост вызвал, с одной стороны, волны поддержки сильные, ну и определенный хейтинг, как это всегда бывает в Фейсбуке. Когда вышла первая статья, которая показывала разочарование, ну вот, Шустера, разочарование Зеленским западными союзниками, что он очень обижен. Но вы должны понимать, что слово «обида» — это всегда инфантильное слово. Оно для инфантильных личностей, которые обижаются. Я сказал, я не буду разбирать статью, но могу в метафорической форме вам рассказать мое впечатление и объяснение, почему западные союзники, американцы, приостановили нам помощь. Я сказал, представьте себе, вы старший брат, который крепко стоите на ногах и хорошо зарабатываете. У вас есть младший брат, пока на ноги не встал, не зарабатывает. И вы с ним договорились, что вы оплачиваете его учебу в университете, а еще платите за его спортивную секцию, за спортзал, куда он ходит для поддержания здоровья. Через год вы обнаруживаете, что у него неуды по учебе. Учителя вам говорят, что он пропустил половину занятий. В спортзал он не ходит, а деньги, которые вы платили ему за спортзал, он тратит на девочек, наркотики и выпивку, и вечеринки. Вы вызываете его и говорите, так, дружище, я прекращаю финансировать тебя, давай договариваться. Сдавай хвосты в университете, сдавай зачеты, исправляй учебу, а за зал уже плати сам. Устройся куда-нибудь на работу и оплачивай свою жизнь самостоятельно. Вместо того, чтобы он осознал свои ошибки, сказал, окей, я понял, я исправлюсь, он ложится на пол, бьет ножками и говорит, я знаю, ты просто в меня не веришь, а я верю в себя, я буду успешным человеком, ты просто меня не любишь и меня предал. Вот извините, это не поведение человека, который хочет победить в войне, это поведение инфантильного парня, заложником которого является целая страна. Ну, к сожалению, это так. Если я ошибаюсь, если мы увидим другого президента, другого Ермака и другое его окружение, я буду только поддерживать это и делать все, как и раньше все мы делали, для того, чтобы страна победила. А пока, извините меня, не критиковать президента, это не патриотическое условие, это московский нарратив. Они бы очень хотели, чтобы мы пребывали в иллюзиях и просрали, извините меня, эту страну. А вместо того, чтобы мы сделали работу над ошибками, разбор полетов, и в принципе вышли на эффективные способы, которые принесли нам победу. Я надеюсь, сейчас вас те люди, которые нас смотрят, услышали, то гражданское общество, которое здесь осталось, и сделали для себя выводы. Спасибо вам большое за дискуссию. Сергей Гайдай, политтехнолог, был сегодня у нас на Политеке. Друзья, вам спасибо большое. Работа над ошибками – обязательное условие и резюме нашей сегодняшней беседы. Ну и, конечно же, если вы вдруг еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Это позволит вам получать первыми комментарии, аналитику и ответы на ваши вопросы. В следующих наших эфирах мы будем искать эти ответы. Поэтому вы, пожалуйста, берегите себя, и мы с вами еще увидимся.